говоря сегодня о рекомендации по лекарственной и немедикаментозной терапии, мы призываем наших пациентов следовать тем режимам, которые были назначены лечащим врачом, пульмонологом, терапевтом, другими специалистами. Очень часто возникают вопросы по поводу нежелательных эффектов у ингаляционных глюкокортикостероидов в условиях возможной коронавирусной инфекции. Есть определенные предпосылки, можно назвать спекуляции, которые говорят о том, что у пациентов, принимающих системные и ингаляционные стероиды, повышается риск развития вирусной инфекции. На самом деле эти данные не подтверждены, нет никаких оснований, и мы сегодня понимаем, что отказ или уменьшение объема терапии со своей стороны может привести к утере контроля над заболеванием. Поэтому убедительно просим всех наших пациентов принимать те самые препараты, те самые схемы лечения, которые были назначены до эпидемии COVID-19.